теперь давайте возьмем ситуацию, когда прямая проходит через начало координат, и просто, мы не можем ее провести через начало координат, мы должны ее провести через начало координат и чуть-чуть выше. Но вот это вот чуть-чуть выше я сейчас не буду учитывать, потому что я просто не буду смотреть на начало координат. Я буду смотреть на все положительные, на все пересечения с прямыми вида x равно n, где натуральное число, или y равно n, где n натуральное число. И давайте сейчас, не побоимся, аккуратно выписать эту самую формулу. То есть, значит, картинка. Проведена прямая с уравнением y равняется kx. K иррациональное число. Y равняется kx. Так? Понятно, что она где-то пересекает горизонтали. А n это номер n буквы Ч. B n это номер n буквы B. Когда у нас есть прямая под положительным углом коэффициентом, то, начав с нуля и двигаясь по ней вправо, вы пересекаете вертикаль и горизонталь в каком-то порядке, так? Получается слово из букв B и Ч. Ну, вот здесь вот были буквы А и Б, но смысл был тот же самый, да? Вот, замечательно. Получается какое-то там слово из букв Б и Ч. Я утверждаю, что если пронумеровать эти самые буквы Б и Ч, А, Б, А, это вы точно помните, да? Это слово Фибоначчи, к нему приписать А, Б, А, да? Потом к тому, что получилось, опять приписать А, Б, А, А, Б, ну и так далее, и так далее. То есть о чем сейчас разговор? О том, что, естественно, можно идти подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и так далее. Так вот. Считаем, что А первое – это единица, А второе – это тройка, А третье – это четверка, А четвертое – это шесть. А пятое – это восемь. Да, а пятое – это восемь, ну и так далее. Да? Вот. И там Б первое – это два, Б второе – это пять, ну и так далее. Понятно? Да. Вот требуется. Когда у вас проведена прямая y равняется kx, ну и представьте себе, она там где-то пересекла. Что такое n-ная буква? Это вот пересечение. Это, здесь вот будет пересечение. А первое, здесь А второе. Понимаете, да? Да. Второе, третье. И вот там где-то на n-ном уровне она пересекла. То есть картинка-то совершенно не хитрая. Вот у нас здесь вот есть число n, да? И прямая заданным уравнением y равно n. А здесь у нас где-то, ну не обязательно под 45 градусов, конечно, я не знаю, вот как-нибудь так, да? Вот здесь у нас есть прямая. Y равняется kx. Это понятно? Угу. Вас спрашивают, какой в этом ряду будет номер той буквы, которая, по-моему, у нас было Ч, да? Когда мы с горизонтали пересекали. Вот. Какой будет в этом ряду букв номер вот этой буквы? По-моему, это легко понять. Вот у нас есть горизонталь. Первая горизонталь, вторая, третья, n-ная. Каждая из них дает букву Ч. Замечательно. Но последовательность состоит не только из букв Ч. Там еще есть какие-то бэшки. Которые пересекаются по вертикали. Да, только сколько этих бэшек? Это же очевидно, ребята. N плюс количество бэшек. Нет. Правильно. N плюс количество бэшек. Вы абсолютно правы. Да. А n
Это есть n плюс... А сколько вышек? Как раз таки r, n. Нет. Минус 1. Нет. Сколько вышек? Смотрите, она пересечется с какими-то там вертикалями, так? Подсказка. Она пересечется со всеми вертикалями до... Ну вот, вот здесь вот есть некая абсцисса. Вы ее способны посчитать, кстати? Прямая y равно 2x, уровень y равно n. Чему соответствует x? n делить на k. n делить на k, совершенно верно. Так вот, ребята, вот дальше, чем n делить на k, не пересечется. А все до этого места пересечется. Значит, надо что прибавить к n? n делить на k минус 1. n делить на k. Целая часть. Именно для этого я сказал, пусть k будет иррациональным числом. Чтобы не могла прямая пройти через u. Понимаете, да? Это число будет обязательно не целым, потому что k иррациональное. И значит, от него спокойно можно взять целую часть. Отлично. Ну, если мы такие умные, может быть, мы напишем формулу и для bn. Это n плюс целая часть kn. Ну, k умножить на n. Да. А почему? Ну, то же самое. Можно? Доходит до n-го уровня. Когда bn, прямая доходит до n-го уровня по x. Подставляем в это уравнение, получается y равно k. Да, получается, что в высоте будет kn. Да. И целая часть, потому что k иррациональная. Да. Спасибо большое. Господа, а помните, на прошлом занятии у нас были такие формулы. 1 плюс корень из 5 пополам n был такой. И 3 плюс корень из 5 пополам n. Помните или не было? Нет, вначале вам говорили, что были, но вы хоть немножко помните? Формулу для n-ной проигрышной позиции игры Цен-Ши-Цзы. Да. Так вот, господа, каким свойством обладают вот эти числа? Вот давайте вот это число обозначим альфа. А вот это число обозначим бета. Одна альфовая плюс одна бетовая равно единице. Вспомнили? Было такое. Да, было. А теперь внимание. А давайте-ка здесь запишем. Смотрите, вот n можно внести внутрь. Получится такая вещь. 1 плюс 1 катая умножить на n. Согласны? И здесь n тоже легко внести внутрь. Это будет 1 плюс k, да, умножить на n. Так вот, если наша та наука была правильная, то если я единицу поделю на это и прибавлю единицу, деленную на это, то должна получиться единица. Вот ужасно интересно, получится ли это. Единицу делим на 1 плюс 1 k. Единицу делим на 1 плюс k. Сколько будет? Вот здесь вот можно числитель и знаменатель умножить на k. Угу. Что тогда будет? K плюс 1. K плюс 1. Вы абсолютно правы. И к этому числу прибавляем единицу делить на 1 плюс k. Так знаменатель один и тот же. Значит, будет k плюс 1 делить на k. Это 1. K плюс 1 делить на k плюс 1 это 1. Это 1. Господа, совпало. Поняли, да? Так, и еще один интересный вопрос. Что такое k для нашего случая? Вот если у нас, если мы хотим, чтобы 1 плюс k, это было бы 1 плюс корень из 5 пополам. Вот как там. K это тогда будет вот такая прямая. Корень из 5 минус 1 пополам. Согласны? Такой вот угловой коэффициент. Кстати, интересный вопрос, а что такое будет тогда одна катая? Давайте посмотрим. Одна катая должна получаться следующим образом. Надо... О, сейчас будет легко. 1 плюс 1 катая, это у нас должно быть 3 плюс корень из 5 пополам, так? Значит, одна катая... Это должно быть золотое сечение. Поняли? Ну, естественно. Ну, естественно.
А k это, соответственно, единица делить на золотое сечение. Таким образом, оказывается, что последовательность Фибоначчи, вот эти вот а, б, а и так далее, получаются следующим потрясающим простым образом. Надо взять и провести прямую угловой коэффициент, который это число, обратное к золотому сечению. Кстати, а зачем так хитро? Ребята, давайте мы Алексеевич поменяем местами. Тогда просто угловой коэффициент это будет золотое сечение. Все. Оказывается, если взять прямую, y равняется золотое сечение умножить на x, то в точности, то есть золотое сечение и таким способом связано с числами Фибоначчи. Поняли? Поняли. Все. На этом вот этот кусочек я закончу. Не потому, что здесь все закончилось. Наоборот. Самое интересное я вам еще не рассказал.